Для церемонии награждения приглашаем нашего почетного гостя, вице-министра Министерства культуры и спорта, господина Шарсбаева Серика Маратова. Уважаемые дамы и господа, в связи с полученной травмой соперника, победу в этом поединке одержал и завоевал звание чемпиона Амандек Шамандалая Костарай. Азарбайджанский жастар, полпризы жюрищей дискретерда, шеле, чемпиона тогда не волкан, Костарайдан Жонгера Амандек Костарай.